Где что? Биг-Сити, родной город. Почему я вернулся? Что за телепорт был вообще? Ладно, пойду в эту сторону. Стоп, зомби или комбайн? Это комбайн. Надо идти дальше. Надо глядеться. Ладно, можно вставать. Что произошло, когда нас не было здесь с Кевином? Кстати, Кевин, где он сейчас находится вообще? Боже, сколько здесь... нам надо выбрать машину поскорее. Так. Нет, это не то, что я... Нет. Это как-то красивее вы. О, как раз и ключи. Как оно? Вот так вот. Все, поехали. Надо переодеться. Что? Очень жарко. В этой броне ходить. Так. Снимаем эту броню. Так. Так вот. Фу. Все. Нет. Мешает. Тяжелая броня, блин. Стоять! Что? Стоять, я сказал. Да иди, ты у меня сбиваешь, я не понял, Лизай, давай. Давай сюда иди! Так, все в строй. Чего вы тут пробегаете? Точнее, зачем вы сюда приехали? Я приехал за своими этими друзьями. Слушайте, тут заправка, а не друзья. Во-вторых, здесь... Уже, тут нету уже свободной квартиры, поверьте. Тут уже заселились, поздно. Всё? Как? Вы не можете сюда идти. Почему? Тут погибли два человека. Больше берите туда ствол. Никто не придёт. Я держу его на мушке. Или вы уйдете, или вам будет конец. У меня нет выбора. Я уйду. Пошел отсюда! Тогда идите сюда.
Вы будете вообще работать? У вас есть работа? А, у меня нет. Если вы хотите стать такими, как мы, тогда можете в СОС вступить. Но, смотрите, если вы войдете в этот дом, мы вас арестуем, а если опять такое произойдет, мы вас просто убьем. Ладно, я за вас. Хорошо. Просто скажите. Вы можете ехать дальше. Но если такое произойдет, мы просто вас убьем. Хорошо, я поеду своей дорогой. Давай, едь быстрее, садись в машину. Не знаю, какие люди вообще есть, которые нас вообще не слушаются, я не знаю. Я тоже. Ребят, что вы об этом думаете? Это не плохо. Это как-то очень странно, что погибли люди, хорошие были дома, все было нормально. Да. Но сейчас... Я согласен с вами, капитан. Пойдемте дальше. А, капитан, куда идем? Мы идем в Блэкмезу. Ты здесь, Майк? Я здесь. Да, здесь. Энди, ты тоже здесь, да? Я здесь. Блин. Господи, сколько уже все это кружится. Блин. Да, помнишь, пипи. Короче, ребят, давайте посмотрим, что там. Спать хочу. Ой, там так. Построили заправку, кстати. Ой, фигеть. Так, надо видите, заправить. Видите, там машина стоит. Идемте к ней. Ладно, пойду заправлюсь. Сейчас погодьте. Идем, мы начнем. Так, все, я здесь. Ой, да так. Эй, ты кто? А, ты человек! Вы кто? Я мирный. Чего вы здесь фотографируете, снимаете нас? Уберите камеру. Ладно. Чего вы снимаете во время зомби-апокалипсиса? Я не снимаю. Я просто достал камеру. А так вы знаете вообще, что зомби-апокалипсис есть? Я уже как 2 года знаю. Я тебе пушку проставлю! Тихо. Я мирный, я не комбайн, никто. Ладно. Ну, короче, смотрите. Вы куда вообще, зачем вы вообще сюда приехали? Да. Для, обследования. Какое обследование? Ну, найти что-нибудь такого. Там здесь обследование не должно быть. Я знаю. Еще скажите обследование, не знаю чего, Ага, вот именно. Чего вы сюда пришли, скажите? Чтоб найти сейчас людей. Сейчас будет предупредительный воздух. Не надо предупредительный. Ну, и так сойдет. Я говорю последний раз, зачем вы сюда приехали? Мы слышали какие-то выстрелы, крики утром. Ну, это не я был, я тоже слышал. Это там были эти полицейские. Это комбайны были какие-то. И они сказали, что пошли в Блэкмезу. Ну, как бы знаю, что это там как бы вирус создали, все дела. Это опасно. Ладно. Территория. Скажите просто ваше имя и все. Меня зовут Джейсон. Я из Калифорнии. Понятно. Я смотрю его машину. Давайте знакомимся тогда. Смотрите, это Майк. А где? Майк, вылезай. Привет. Вот Майк. Это вот Энди стоит. Рад познакомиться. А это Джейсон, ребят, познакомьтесь. Если позволите, я смотрю вашу машину. Кстати, если вы не знаете меня, я Джонни. Рад познакомиться. Мы хорошие ребята, и мы, короче, против Блэкмезы, потому что Блэкмезы создали вирус. Ага, капитан, я сам в шоке, машина. Там был доктор, который очень злой, который... Ваша машина чиста. Короче, ну давайте вас познакомим с нашим домом, пойдемте, собственно. Пойдемте, хорошо. Дома, да. Да, это же квартира, в которой люди пропали без вести. Странно. Да, это то. Правда, там пропали все без вести. Старая квартира. Вот тут у нас даже кровь хранится уже месяц. Угу. Нам трудно говорить, нам реально страшно жить в этой квартире, потому что, посмотрите. Что, вот, грохот, да, рушится здание, все дела, да. Я не знаю, смотрите. Тут была семья. Тут написано... Тут это ваши жильцы, да? Тут Энди... Давайте... Нет, там написано «Смертельная записка». Мы, собственно, рассказали в полицию, это был как раз это муж вот этой тёти. Вам дом передали вам? Другие жильцы передали дом вам? Или вы сами как бы зашли? Нет, мы просто там заселились. Это было 2 года назад, а сейчас я не знаю просто. Я не помню, что тут произошло. Смотрите, вот тут к нам пришли метрокопы, они были с пилами, тут все в крови просто. Но я, жить блин, сам в шоке.
Нам все равно вообще самое главное жить. Да и приболел я еще. Здорово. Ну, короче, нам тут, конечно, трудно жить, но получается все равно как-то. Вот. Так что, ну, нам трудно, но получается. Что-то странно тут. Я не знаю, давайте что-то посмотрим. Что-то пахнет. Вы тоже чувствуете? Вы видите? Чего? Это они. Это те, которые меня за мной ходили. Стреляйте, не хватало. Я на крыше, пацаны. Ой-ой-ой. Я железный. Это силен. Оу. Я заряд, я убиваю с крыши. Стреляйте. Давай. Я зарядка. Ай! Меня прострелили немного. И у меня немного рука. Кто? Ребят. Может, ты что-то в багажнике найдешь, Джейсон? А, сейчас гляну. Я сейчас лезу.